Вот сколько ласточек. И ласточки молоденькие садятся на землю и грязь. И, видать, старшие учат их гнезда лепить из грязи. Говорят, ласточки не возвращаются, когда вылетят молодые ласточата. Это тоже не точно. У нас они вот так опустили гнезда. Вечером, глядим, они все сидят, пятеро в гнезде. Прикрытие такое им от дождя. И опять утром вылетели, потом опять. А на двери положок прилепилась летучая мышь. А эти вот зачем им в грязь садиться-то? А там воробьи не могут понять, что такое-то, что с ними делается. Вон там воробьи сидят. Это мы в Потеряевке. 6 сентября. А это вот привезли тополь пирамидальный. И козы все сжирают. И пришлось пристроить пирамиду от них. Все пожирающая скотинка. Ну, там брат Андрей на машине собирается куда-то, наверное. Вот как интересно. Куда ни глянешь, и стайки появились скворцы. Первый раз сегодня, вчера увидел. И сегодня. Ласточки. Прямо в грязь. Вот, потому что они со слюной смешивают, очень клейко получается. И приклеивают. Какая там слюна уж у них, не знаю. Что-то выделяется. Есть ласточки, ласточинные гнезда. Пользуются успехом, их едят гурманы. Лешин дом, они рядом с ним.